Текст озвучен в Яндекс Клауд. Не ценим то, что имеем. Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту. Слава Каминская отдыхает в Турции, она весело проводит время на популярном курорте в Анаталии и делится впечатлениями с поклонниками. Так, в фешенебельном отеле, где остановилась экс-участница Неангелов, выступила ее коллега Аня Лорак. Слава не упустила возможности пообщаться с ней и сделала совместное фото на память. На странице в Инстаграм она разместила фото, на котором обнимает за плечи Лорак. Как бы что ни происходило, есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем. Все временно, политика взгляды, телевидение, а не Лорак артистка. И видимо вакуум информационный, это про нас. Я кстати пою лучше, чем дерусь, подписала общий кадр Слава, Аня отреагировала на публикацию Славы и в разделе Stories наградила пост коллеги сердечком. Под фото на странице Каминской поклонники устроили горячую дискуссию. Кто-то восхитился тандемом артисток, другие же припомнили Лорак и ее концерты в России и позволили себе не согласиться с мнением Славы. О, началось какая разница, мы артисты голуби мира. Наша страна это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция. Весьма сомнительная компания. Каждый человек выбирает где и как проживать свою жизнь. Меладзе и Киркоров сменили страну. Одной попой на вторых стульях сложно сидеть. Аня Лорак имеет великолепный голос и образ, но не может определиться, ибо тут ее родина, а там большие гонорары. Ну а почему мы должны ценить человека, который во время войны в своей стране выступает в стране-агрессоре на концерте ко дню ОВД России? Ах да. Она просто артистка. Лорак не голос Украины, она давно ее променяла. Лучше бы ты ничего о ней не писала, а просто сфоткалась, теряешь почитателей таланта. Информационный вакуум Пит назваю какая разница на практице? Яскравий приклад артистив без громадянской позиции: Посмотреть эту публикацию в Инстаграм публикация от Ани Лорак. Собака Ани Лорак. Напомним, что ранее Аня Лорак проговорила о своем всеукраинском туре, запланированном на этот год. К слову, Аня Лорак уличили в фотошопе, сравнив фото на ее личной страничке в соцсети и в блогах других пользователей.